культуры нет границ, но есть традиции. Под таким названием в рамках недели детской и юношеской книги в библиотеке имени Пришвина прошла встреча юных орловчан с представителями еврейской общины. Подобное мероприятие проводится уже в третий раз. До этого в проекте участвовали представители армянской, таджикской и узбекской национальности. Мы уделяем большое внимание встрече в формате живого общения, когда можно задать вопрос непосредственно представителю национальных объединений нашего города. Это рождает взаимную симпатию и воспитывает уважение к другим народам и их культуре. И если родители в большинстве своем не знают культуру других народов, то сами носители этой культуры, армянской, узбекской, татарской, таджикской, там, еврейской, донесут ее до детей, то они смогут передать это своим родителям, и таким образом не будет вот этих страхов, предубеждений.